На данный момент наше участие ограничивается буксирами и людьми, а также каким-то техническим наглядом. Сегодня работы по подъему осуществляет подрядчик, которого нанял судовладелец. Мы сегодня к этим работам и к проекту не имеем никакого отношения, помогаем в той части, о которой он нам говорит. Вот сейчас на картинках как раз у вас наши буксиры, которые дергают это судно. Пан Андрій, отживается все робота безкоштовно, так? Вы надали эти буксиры и трос, если мы не помиляемся, так? Так, мы надали буксиры, трос не наш, особенно с учетом того, что он порвался. Сегодня, насколько я знаю, был поставлен новый трос, уже стальной. И завтра мы ждем новой попытки, мы заготовили более мощные буксиры, будем надеяться, что завтра все удастся.